Губернатор Рязанской области Павел Малков избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». Уже в новом статусе он поблагодарил однопартийцев за оказанную поддержку. Также отметил, что в одиночку невозможно изменить ситуацию. Сделать это можно только в команде. Надо уже не обещать, а брать и делать все, о чем говорили. Все, что раньше уже озвучивали. И нам вместе сейчас с вами предстоит сформировать перечень приоритетов. Ряд поручений уже дал по итогам поездки, они уже начинают реализовываться в исполнительных органах власти. Во время своих рабочих поездок Павел Малков общался с местными жителями, определяя главные проблемы региона. Такой же тактики придерживается и партия – узнать, что беспокоит народ. На основе этого и была сформирована так называемая «народная программа». Она теперь определяет вектор развития страны. В региональном значении список проблем повлиял на предвыборную программу Павла Малкова, и часть из обещанного уже реализуется. В центре нашего внимания должны оставаться и все жители региона, поскольку у нас перед ними, конечно же, очень серьезные обязательства. Вы знаете, что в прошлом году «Единая Россия», в том числе с вашим участием, собрала миллионы наказов, которые легли в основу нашей народной программы. С ней мы уверенно победили на выборах в Государственную Думу в 2021 году. И теперь настало время эти обещания выполнять, потому что, конечно, люди с нас за это спросят, они ждут конкретных решений, конкретных шагов, конкретных результатов. И в отличие от многих наших политических оппонентов, мы держим слово всегда. Итоги электорального цикла для Рязанского отделения «Единой России» более чем успешны. У партии 85% мандатов на муниципальном уровне, половине от общего числа чиновников в городской думе и 70% от числа депутатов в Рязанской областной думе. В приоритете партии власти останутся те вопросы, которые волнуют рязанцев – дороги, ЖКХ, развитие промышленности и АПК. Выбранного курса и будут придерживаться. Поддержка электората обязывает. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».